Привет, друзья! Сегодня я хочу с большим удовольствием провести распаковку абсолютно нового ноутбука, который буквально сегодня привезли в наш офис. Это тот самый ноутбук, который будут получать наши лидеры по акции «Заряжай цветом». И я думаю, что вы уже обратили внимание на коробочку, да, которая сейчас лежит на моем столе. Это Acer. Это хорошая модель, да, хороший бренд ноутбуков, который у нас будет. И первое, кстати, на что я обратила внимание, и это во многом тоже говорит про то, что бренд классный, это на коробку. Потому что на самом деле эта коробка, вот если, не знаю, здесь видно, да, это коробка, которая выполнена из перерабатываемой бумаги, да, картона, что полностью соответствует ценностям компании Oriflame. А значит, я так понимаю, да, что мы угадали и с партнером с точки зрения поставки ноутбуков. А что в этой коробке? Да, коробка хорошо запакована, вот здесь есть специальный у нас, сейчас я его распаковываю, да, распечатываю, не знаю, видно или нет, да, то есть специально он заклеен. Здесь есть упаковка, которая, вы получаете ноутбук, да, это гарантия для вас, что он непосредственно со склада и, соответственно, упаковывался только вот на складе, да, нигде его больше не распаковывали. И теперь я хочу с большим удовольствием, с интересом открыть эту коробочку, чтобы посмотреть, что же, собственно говоря, там внутри. Здесь ноутбук, видите, он так вот герметично хорошо упакован, снимает с него... вот такие держатели, да, красивый чехол, ну красивый, ладно, условно, удобный чехол, и здесь рядышком есть к нему вот такое зарядное устройство, которое тоже упаковано сюда. Здесь у нас в коробочке, сейчас к ноутбуку перейдем, да, покажу все, что есть у нас в коробочке, у нас есть вот такая вот гарантия, да, гарантия на ноутбук, инструкция, тут гарантийные талончики. В общем, все, что необходимо для того, чтобы, если что, можно было обратиться в сервисный центр. Но я надеюсь, что этого, если что, у нас не случится. И теперь, собственно говоря, сам ноутбук. Первое, на что хочу обратить внимание, что это абсолютно полноценный ноутбук. Это не какая-то маленькая, да, там, версия и так далее. Это ноутбук с диагональю 15,6. Сейчас я открою его и вам покажу. Это большой экран, на котором будет очень классно смотреть любые там фильмы, видеоролики, еще что-то. И очень удобно работать, потому что здесь не будет мелких, да, там букв, мелких картинок. И, соответственно, это не портит зрение. Это отлично, на мой взгляд. А что еще могу сказать сразу же по внешнему виду уже этого ноутбука, потому что я взяла его в руки и попробовала. Для такого размера ноутбука он достаточно легкий, он весит всего лишь 2 килограмма и на самом деле очень компактно выглядит. Вот обратите внимание, да, такой он очень аккуратненький и достаточно тонкий. А это говорит о том, что вам можно будет легко этот ноутбук, если вам нужно его куда-то будет перевести, да, с собой взять и так далее, то это будет достаточно удобно. Что еще можно сказать сразу же, да, по внешнему виду, это то, что здесь у нас имеется, вот обратите внимание, HDMI порт на этом ноутбуке, да, здесь есть разъемы, вот разъем есть для USB, понятно, и есть разъем HDMI. Это значит, что ноутбук можно подключить абсолютно к любому современному устройству. Ну и в этом обзоре, да, мы его распаковали, вот посмотрели в таком виде, мы будем записывать еще следующие обзоры, где будем более детально рассказывать о характеристиках и покажем его в работе, что, собственно говоря, он может делать в работе. А пока могу только лишь сказать, мне поступало много вопросов насчет памяти этих ноутбуков. Так вот, могу сказать, что это лучшее предложение в своем сегменте с точки зрения характеристик ноутбука. И если сравнивать с теми ноутбуками, которые у нас зарабатывали лидеры в прошлом году, то могу сказать, что здесь в 2 раза больше оперативной памяти и в 20 раз больше объем винчестера. Вот так, друзья. Это такая коротенькая распаковка, первая короткая информация о ноутбуке. Следите и смотрите наши следующие обзоры.